Итак, осень. Вот уже вчера, позавчера дожди. Собираем малину. Ну, здесь разные сорта. Значит, влага, конечно, дает некоторую сложность в том, что мокрую, во-первых, не будешь собирать. Ждем, пока солнце выйдет, ягода чуть-чуть подсохнет. И тогда более-менее можно ее уже собирать. Так, при том, что сборку мы делаем каждый день. Ну, здесь уже день мы пропустили, воскресенье. И вчера дожди были, возможно, тоже не успели. При том, что каждый день выбираем ягоду. Сейчас как раз, что у нас, 31 августа идет. Хороший ягода, хороший вал. Так, пройдусь, покажу нагрузку. Так, ну вот видно, что здесь малинка собиралась, здесь тоже. Окей. Вот такие будни. Шпалера держит. Здесь как бы остановились на двух нитках полипропилена. Нормально. Хорошо. Хорошо, все работает. Ягода не грязная, чистая. Все собираем, все убираем. Ух! Армия. Так, надо же сделать дегустейшн. Дегустейшн. Так. Так, ну что, взял максимально такую спелую. Вкусно. Еще хочу.